The body parts! The body parts everywhere! Да-да, всем привет. Это Just Play It, ретро-насилие. Мы продолжаем играть... Ух, сломал. Мы продолжаем играть Brutal... Ну, в мод Brutal Doom, Project Brutality, какая разница. Потому что что? Правильно, потому что Front Mission, у нас там будет прокачка за кадром, которая надолго затянется, скорее всего, поэтому мы продолжаем там, где остановились. Вот, они захотят меня обидеть, поэтому начнем, не дадим им шанс ждать. Так. Прыгнул такой, говорит, ко мне. Тесненько, тесненько. Но в целом жить можно. Гранат нет, есть 12 мин, но я так и не научился их использовать. Или переключать, поэтому... Мины это, конечно, хорошо, но не главное. Ну, вообще, на что? На девяточку? Фигать, пальцы сломай, короче, шарахнуть с меня. Можно поближе все раскинуть, но мне что-то так лень. А, это лазить. Опять этот коллега ходит одноногая. Еще одна какая-то странная пушка. Ну да ладно. А тут больше пушки буду перебирать, чем, блин, идти. О, что-то мало. Я понял, в принципе, что не радостно.
приятно. Там новые противники, я их не знаю. 3 хп мне осталось. Круто. Круто, show yourself сам. Это мне не нравится, эти новые идеи. Ты и старый, не знаю, на что делать. Так, мне надо как-то туда залезть. Как туда залезть? Да хуй. Конечно, с таким умением. Ну-ка, можно попробовать, конечно. Мне кажется, мне больно. Уже нет. Ну, так, 96 кп лучше, чем 2. Каким-то говном становится в два раза сильнее. А я и без этого помню, что он отвратный. А мы еще и тут с усилками какими-то бегаем. Гранат-то нет, но у меня есть гранатомет. О, рученька. Поздоровался, молодец. Красивый хедшот. Угу. Я подумал и решил. Для верности, Коква. Чувствуешь, говоришь, чем пахнет? Где тут окошки, тут говоришь? Так, как хорошо, как тихо. Но мы здесь встретимся. Я так и знал, что я его здесь встречу. Почему это именно тебе я попросил? Красивый хедшот. А что тут? А. Типа заход. Так, здесь что-то откроется, 100 пудов. Нет? Воу. А, мы круг сделали. Клёво. Вс,
Все, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Потом здесь что-то откроется все равно. Телепорт. Очень удобно. Ну слушай, мы чуть-чуть подчистили, нам надо туда. А туда мы каким-то телепортом перенесемся. У кого опять дыхание тяжелое? Так. Ну, даже не знаю, чем тебя порадовать. О, попробуем это говно. Попробовал. Так, нет, 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 мне нужна пушка покрупнее. Привет. Шарахнуть раньше, чем она заведется. Так, ладно. Мы сейчас будем играть в игру. Угадай, откуда прилетел. А это две разные комнаты. Да? Серьезно? Ага. Да я вижу, что ты охренел от выстрела, чувак. Я даже по твоему лицу вижу, что тебе не понравилось. О, здесь есть другой портал, кстати. Но раз мы с другого места можем его шарахнуть, давай шарахнем с этой штуки. Сказать, что прям легче стало, но покомфортнее. Где что? Согласен, это было интригующе. Что ты здесь делаешь? Как твои дела? Какая прекрасная пушка. Как мне ее не доставало в свое время. Мы едем к неприятелю. Судя по всему, они там все тусуются. Ты че перезаряжаешь так долго? Некогда, некогда. Что за дерьмовая пушка? Какой-то, блин, отвратный механизм. Где он мне теперь встретится? На пулемете, серьезно? Гвоздомет. Согласен. Блять, сука, мы опять зависли. Ладно, делаем ход конем. Я не могу делать ход конем. У меня все висит. Просто выстрелил с ракетницей в голову. Нельзя? Но хрен его знает. Этот мод мне на самом деле... Ты что творишь? Может, где-то тут сохранились? А...
Короче. Вынуждает меня стрелять с этой хреновни в голову или куда-нибудь еще, не с ракетницы. Так это бесит. Я хотел с ракеты шарахнуть и забыть про них. А тут теперь думай. Спасибо, не надо. Сработает, блин. Или, блин, она зависнет. Понятно, граната не мой стиль. Короче, хорош с этой херней забавляться. Мы летим наверх. Еще один дробаш дали. Блин, мне кажется, тут просто оружие много лишнего на самом деле. Ну, в принципе, до этого там бонобак-то нормальный был. Что я открыл? Портал появился. Зачем ты упал? Я за тебя просил падать. Там жизни. А эти с пистолетами и пулеметами тут тусуются. Но нет, дерьмовый какой-то дробаш. Автоматическое говно. Вот пока самое удачное из всех. Двумя стволами садящий. Этот автоматически может стрелять. Ну, короче, я за классику все-таки. Ага. Ладно. Забавно. Ладно. Тут полно вообще абсолютно лишнего оружия на самом деле. Тут какой-то, блин, оружейный барон. Так бы я просто шарахнул туда с ракеты и все, но я боюсь, что она зависит. Охрененно придумали, блин. Чтоб я, блин, боялся использовать ракеты. Блин, никогда бы так не подумал. Да какого хрена? А портал. Мы вернулись на начало, хорошо. А вот и нехорошо, мне там осталось неотмеченное дело. Так, а тут куда? Тусуемся по порталам, короче.
Ты хочешь сказать, что ревенанты обзавелись лазерами? Ну, прям не знаю. Так. Броня. Отлично. Я все еще хочу туда попасть. Блять, он где-то появился. Где ты, гнида, появился? Какое же это говно? Где мой ствол? Короче, они гвоздометами стреляют. Гвоздями, точнее. Что-то нам надо здесь открыть. Ну, не нравятся мне некоторые нововведения. Беспонтовые пушки местами пролетают. Нам туда наверх. Зато мы теперь знаем, где они тусуются. Я упустил важное. Они же делают... На наверх. Они сейчас там наплодят, наверное. Долго. По-моему, там осталось двое. Еще один. Теперь можно идти. Я вижу, вы охренели меня сюда скидывать. Кнопочка раз, кнопочка два, кнопочка три и четыре. Ну, короче, в принципе, mission complete. Можно сказать, мы сделали то, что хотели. Ничего. Руки дрожат. Поехали. Так. Включено, включено. Ага. И мы, кстати, сверху их... Мы откуда-то снизу их садили. Отсюда. Или отсюда. Короче, не так важно. Где эти тяпалки бегают? Нам туда. То есть я, в принципе, могу туда допрыгнуть. Какой-то типа секрет. О, я нашел то место.
Ну, значит, можно тут и... Можно будет попробовать. Но по логике вещей-то я могу допрыгнуть. По мне стреляли. Кто по мне стреляли? Интересно, интересно. Понятно, короче. Очень умелая тут распушка, конечно. Это многое объясняет. Ладно, нормально. Тут я знаю, кто там. Двери открылись. Двери открылись. Блин, они лазерами стреляют. Подумал и решил. Походу все. Жаль. Это была чудная штука. Сколько с вами. Не нравится мне это, мне кажется, мы спустились зря. Блин. Даже безболезненно. Но не, тут смотри, тут откроется, тут вылезет, тут сейчас поналетит всякой дичи. Что-то поднимается. Пол. Давай подождем, пока поднимется. Ай, это я должен по этой хреновне идти, чтобы не падать. Он не дает мне туда прыгнуть. Нечем. Так я жив, я жив. Где-нибудь раздавать, например, ракетниц. Очень-очень нужно, прям надо. Нету. Жадины, говядины. Мы не спешим туда, правда же. То есть ты хочешь сказать, что ракет у меня от слова совсем нет? Но есть 7 мин этих. Ну пойдем, хрен с вами. Патрончик в полные карманы. Оп. Можно было зайти в оркестр. Жизни, жизни, жизни. Тут тоже не то, никто. Тут
Текс. Патроны понятно. Тут мы понажимали. Чем бы порадоваться? Нечем. Ну только так. Это дерьмо. С этим-то все понятно, а как мне тут что-нибудь бы нормальное? Нет, ни хрена, мне все ракеты потрачены. Минами его херачат. Своими рациями тут, блин, тоже мне. My cause is just, my will is strong, and my gun is very, very large. Короче, калометами они судят. Прекрасная пушка, я с ней весь дом прошел тогда. Так, ну мы ждем гостей, как обычно, поэтому стоит только сейчас расслабиться и понабежить всякой шушеры. Very long, very long. Шипят рациями своими. А, так он, видишь, он не дает прыгнуть, он телепортируется. Поэтому хорошо, что мы позаботились о них сразу. С пистолета пулеметами, блин. Это все? Где-то же остались бегающие создания стопудов. Вот я прям чувствую, что у нас не открылось. Хотя все тихо. Тут пойди пойми, что мы упустили. Вроде ничего. Опаньки, и мы здесь. Удобно. И главный выход. А может быть, собака. Может быть, ворона. Слушай, но тут никто не топает. Все вроде как в порядке. Ну, видимо, убили всех. Но может быть, какая-нибудь гнида стопудов осталась. Если она осталась, это ее проблема. Very, very long. Так, погнали. Здесь что-то должно было быть. Ну, предположим, что нет. Так.
Я все-таки хочу забрать броню. Вопрос, как я это сделаю. Хочу попробовать. Попробовать как-нибудь по-другому ее забрать. Теоретически можно. Как-нибудь надо встать, чтобы я прыгнуть смог. Понятно. Сейчас, сорян. Мне хочется. Хочется и колется. Последний раз и пиздую я. Но как бы вот. Получилось. Можно сохраниться. Мы попали на то место, где эти дебилы бегали. Ну, ок. Так. Нам надо именно с этой стороны заходить. Да, окей, спасибо. Ну вот, теперь можно и заканчивать. В принципе, шпрыгнули. И все сделали. Финал. Если бы она не зависла, это было бы прекрасно. 100% секретов. Называется скорость. 2:30 проходит. 28 минут. Всем спасибо. До новых встреч.